Сотрудники Минэкологии оперативно выехали на место, чтобы проверить эту информацию, и заверили, что она не соответствует действительности. По словам представителей ведомства, озеро находится на своем месте. Наблюдается падение уровня воды, а так как для хозяйственных и питьевых нужд из-за солености она не используется, это может быть следствием естественных причин. Последние несколько лет водоемы Южного Урала как раз проходят цикл понижения уровня, и вскоре водоемы придут в свою норму.